Спасибо вам большое, дорогие друзья. Наш концерт достаточно неотёсанный в этот раз получился. Мы очень рады, что вы все досидели до конца, дослушали нас. Большое вам спасибо. Огромное спасибо хочу сказать своему замечательному хору. Они проделали сложную работу, которая заняла у нас достаточно много времени. Они у меня молодцы. Исполнили сегодня все замечательно, старались, эмоции передавали и, конечно же, проявляли самоотдачу. Я хочу представить вам наших хористов и начну с партии сопрано. Саныгина Ольга – это солистка нашего хора. И также студентка Академии культуры и искусств нашего города. Крестелева Надежда. Елена Юнет, солистка нашего хора, композитор, лауреат конкурса дирижеров, преподаватель Академии культуры и искусств. Костюченко Елена, дирижер детского хора при школе искусств номер 21 города Самары. Дягиль Байлона. Галочкина Любовь, артистка нашего хора. Партия Тимова. Супрегин и Уставщик, Сорокина Ольга. Супрегин, Никонова Светлана. Рыбин Виктор, солист нашего хора, артист Волжского народного хора. Васильченко Влад, солист нашего хора. Иванкин Алексей, солист нашего хора, преподаватель Академии культуры и искусств города Самары. Грошин Леонтий, солист нашего хора, лауреат международных фортепианных конкурсов. Перекрестов Иван, солист нашего хора, артист ансамбля «Волжские казаки». Нам сегодня помогали замечательное трио «Преферанс», Ирина Горбунова, скрипка, Галина Журавлева, альт, Анна Бартова, виолончель. Также партию контрабаса играл Артур Софеев. Также сегодня читали стихи для нас и для вас, ну, наши ангелочки, это Серафима, Варвара, Карина и Егора. Благодарим вас за теплый и радушный прием. И всех тех, кто сегодня помог осуществить нам наш концерт. Я хочу поблагодарить настоятеля храма Кирилла и Мефодия, отца Сергия Гусельникова, что предоставил нам этот замечательный зал. Также нашего настоятеля, иеромонаха Никиту Корюжина, благочинного нашего храма Бориса Глеба, протоиерея Андрея Чканова. Также в организации концерта помог отец Максим Соколов. Техническая поддержка Андрей Геннадьевич, спасибо вам большое. Афишу помогла напечатать Елена Салдеева. Мы желаем вам здоровья, радости, добра и света на многое и благое лето.